Всем привет, друзья! Сегодня у меня вот такой вот Galaxy Tab 3. Это у нас новая модель. Новая модель SMT110. Новая на сегодняшний день. Как вы уже догадались, будем менять тачскрин. Тут у нас не хватает кусочка стекла. Видать, клиент расковырял, пытался снять крышку. Вот, крышка действительно снимается сложнее, немного сложнее своих предшественников. Я снимал видео, немало видео с планшетами. Эта крышка снимается немного по-другому. Вот, матрица реагирует. Вот так вот выглядит у нас новый тачскрин. Проклеены. Даже модель нарисовали Т110. Проклеены с обеих сторон. Разъем с пылезащитной прокладкой. С двойным скотчем. В общем, все как надо. Давайте откроем крышку. Я открываю именно эту модель, сверху. Здесь у нас, в отличие от своих предшественников, гнездо наушников и гнездо зарядки не выпирает. То есть, в принципе, можно открыть и сверху таким вот стоматологическим шпателем. Далее сбоку. Будьте внимательны, потому что под стеклом сразу стоит экран. Вот он, видите? Вот он. Он слишком глубоко, шпатель не всовывайте. Или можете открывать вот такой металлической лопаткой. Приподняли вот так вот пальцами. И далее уже по периметру снимаем. То есть, по сути, он стоит вот на таком вот тонком скотче, двустороннем, очень крепком. Вот он, видите? Вот и все. Дальше уже проще. Достаточно приподнять один край и... С другой стороны. Батарейка садится. Этот скотч старый снимаем. Рваный, мятый. С остатками разбитого стекла. Налепим новый. Итак, сняли крышку. Проверим тач. Вот его разъем. Все реагирует. Подсветка села, потому что батарея садится. Можно менять. Снимаем новый тач.
берем канцелярское лезвие, срезаем. Чем острее, тем лучше. Соответственно, тем опаснее. Будьте аккуратны. Аккуратно с пальцами. Далее самоответственное нижнее место. Здесь у нас находится кнопка. Приподняли. Таким вот образом. Экран старайтесь пальцами не касаться. Включаем фен. Ставлю 400 градусов. Вот видите, одним пальцем приподнимаю и под действием температуры аккуратно снимаем нижнюю часть. Сняли тач. Очищаем экран. Снимаем старый скотч. Как обычно, очень жесткий на планшетах. Новый у нас есть, поэтому старый просто удаляем. У меня вот такая вот наточенная, да, острия, металлическая лопатка. Очень удобно снимать. Старый скотч. Очищаем как можно лучше, чтобы не оставались зазоры, чтобы поверхность была равномерно очищена. Аккуратно с экраном, не поцарапайте. Все, очистили. Кнопка Home. Очищаем стекло экрана. Как видите, нету никакого шлейфа, здесь ничего не срежешь. Единственный шлейф вот здесь, он находится, он у нас как бы спрятан под рамку. Тем не менее, нижнюю часть лучше, конечно, прогреть, потому что если постараться, то можно и задеть. А остальной периметр можно срезать вот таким вот острым, наточенным канцелярским лезвием. Освобождаем поверхность. Стекло.
моментально садится пыль. Всегда имейте при себе вот такую вот щетку, кисточку. Чем мельче, тем лучше. Абсолютно не оставляет следов. Ставим стекло. Соединяем разъем. Еще раз проверяем. Все работает. Кнопка Home. Все. В принципе, прижимаем. Прижимаем плотнее новый тачскрин к корпусу. Надеваем трубную крышку нашу. Надевается, конечно, намного проще, чем снимается. На этом все, друзья. Всем спасибо за внимание. С вами был Дов. Подписывайтесь на наш канал. Задавайте вопросы. Всем удачного дня. До свидания.